1 января возле домов номер 9А по улице Говорова и номер 7 по улице Чистяковой работают два пункта приема новогодних елок. Этот экологический проект «Дарим елки зоопаркам» существует уже 4 года. В этом году он стал еще более масштабным благодаря поддержке администрации городов Одинцово, Химок, Видного и Красногорска. Любой желающий, прежде чем сдать свое дерево, должен убедиться, что на нем нет игрушек и мишуры. Также зоологи просят не добавлять химические вещества в воду или землю, где стоит ель. У нас с определенной периодичностью сюда приезжают специальные люди, которые смотрят, насколько наполнен бокс. Если вы сейчас посмотрите, то уже этот павильон почти полностью наполнен, и необходимо его вывозить. Поэтому, я думаю, в ближайшее время специальная служба приедет и уже увезет отсюда елки. Все деревья будут измельчены и станут кормом для обитателей трех контактных зоопарков, с которыми плотно сотрудничают организаторы акции. В этом году этот проект стал еще более масштабным. Благодаря поддержке администрации Одинцова, Химок, Видного, Красногорска на центральных улицах расположились вот такие вот павильоны, в которые любой желающий может сдать свою елку. Каждый участник акции, который принесет елку на пункт сбора, может также поучаствовать в конкурсе и выиграть семейный сертификат на посещение одного из зоопарков Подмосковья. Для этого в социальной сети Instagram нужно разместить свою фотографию с елками на фоне баннеров с хэштегом акции. Победителями станут первые 30 человек, опубликовавших свои фотоснимки. Акция продлится до 20 января. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».